кажется, Красноярск становится городом максимально удобным для велосипедистов. Помимо велопрокатов, в том числе и бесплатных, в Красноярске массово появляются велопарковки. Так что, кто знает, может быть, скоро будем со всеми удобствами ездить на велосипеде на работу. А вот Евгений эту идею подхватил уже давно. Каждое утро молодой человек преодолевает путь до места работы за 10 минут. На машине эту же дорогу длиной 3 километра проехать немногим быстрее. К тому же крутить педали куда полезнее. Но с каждым годом чуть только лучше становится. То есть я обнаруживаю новые парковки по городу. Но их мало, в действительности. И самая большая проблема – это скорее этика вождения. То есть у нас автомобилисты не готовы вообще к наличию велосипедистов на дорогах. Припарковать это несложно. То есть одна цепочка, как бы, в принципе, я в любой месте могу припарковать. То есть там бывает, конечно, там приходится чуть ли не за мусорные ящики цепляться. А парковать велосипед нужно не куда придется, а как положено. Именно с таким обращением выступили активисты из горсовета и предложили свой вариант велосипедной карты. Сегодня как бы город вот для себя решил, что первые велодорожки будут на Дубровинского, вдоль набережной и вдоль Качи. Пока возле городского сета нет велопарковки, то есть некуда поставить велосипед. Я же не могу занести в свой кабинет, да? Зайти в городской совет с велосипедом, поставить кабинет, наверное, не очень цивилизованно. Таким образом, в настоящее время в Красноярске обсуждается план появления паркингов для двухколесных по следующим адресам. У мэрии, на площади Революции, на острове Татышев и возле самого здания Краспорта на Марковского, 43. Кроме того, предложено охватить и парковочные места спорткомплексов «Энергия», «Сибиряк» и «Здоровый мир». Также в список попали Академия биатлона и «Березовая роща». Основной такой хороший, наверное, проект, который будет очень комфортный и будет востребован, это связать Зеленую рощу через остров Татышев с центром города. Мы говорили, это будет уникальный проект такой, когда, ну, по можно сказать, среди природы добираться до центра города. Но прежде чем припарковать двухколесного друга, на нем нужно еще и проехать по городу. Чиновники говорят, отсутствие велодорожек в столице края не предусмотрено исторически, и для них попросту нет места. Здесь у нас колеса, рамы для следующей серии велосипедов. Вот вы почти стоите на табличке для велосипеда. Вопреки трудностям, активисты сети общественного проката «Бесплатные велосипеды» ставят перед собой грандиозные цели – увеличить инвентарь в прокате в 3 раза – с 3 десятков великов до 100. Схема та же – взять велосипед, доехать куда нужно и оставить его на велопарковке или автобусной остановке, тогда им сможет воспользоваться кто-то другой. В общем, все по примеру англичан. Большой Лондон, несмотря на наличие в нем метро, на байке пересекает мэр города Борис Томпсон. И ни он, ни другие жители на систему велопроката не жалуются. Так что есть шанс, что каким-нибудь летом наш город из автомобильного Красноярска все же превратится в Красноярск велосипедный.